Та, ви продовжуєте перебувати в Варшаві, ви мені розповідали про те, що там проходить конференція, я так розумію, обговорюються і питання українські, безумовно, також. Я от з чого хотіла би розпочати, міністр оборони Російської Федерації Шойгу днями сказав про те, що, ну, десь навіть намагався налякати і Сполучені Штати Америки, і Великобританію тим, що вони будуть втягнуті в війну, власне, якщо будуть застосовувати там і ракети, і, зокрема, атакувати Крим і територію Російської Федерації. Сьогодні є історія з Чонгарськими мостами. Я думаю, ви прекрасно знаєте, на прикордонні з Кримом, але так чи інакше це та територія, яку Росія чомусь вважає своєю. Це, безумовно, окрім військової частини цієї історії, це ще й, ну, політична, тому що знову мости, знову це Крим, знову це удар, знову, очевидно, західна зброя, хоча підтвердження тому немає. Як ви маркуєте загалом цю ситуацію? Можливо, обговорювали це із колегами на конференції у Польщі. Що про це думає світ? Ну, я думаю, что, во-первых, Крым – это неотъемлемая часть Украины. И, естественно, когда Крым был сперва оккупирован, потом аннексирован, в рамках так называемой доктрины Герасимова в контексте гибридной войны против Украины, то, естественно, так называемый, как говорится, Крымский мост был построен во время аннексии. То есть в этом контексте этот мост подпадает под прямой удар украинских вооруженных сил Украины, потому что они действуют на своей исконной родной территории. Это во-первых. Естественно, по гуманитарному международному праву, которое регулирует военный, как говорится, ход военных действий и как раз предусматривает, надо сказать, те нормы и принципы, которым регулярные войска должны следовать во время, значит, военных действий, то, естественно, Украина действует на своей исконной родной территории. А российские войска там находятся как бы в оккупационном статусе. То есть, естественно, что они подпадают под такие удары. Во-первых, украинские вооруженные силы Украины всегда абсолютно придерживаются гуманитарных принципов международного права. Они никогда не бомбят мирные, так сказать, поселения, гражданские объекты. Они всегда наносят удары абсолютно по военным базам, по тем логистическим и там, значит, инфраструктурам, которые являются главной базой для ведения военных действий со стороны оккупационных вооруженных сил, в отличие от оккупантов и наемников, которые абсолютно, значит, бесчинствуют на территории чужой страны и убивают мирное население. Вот это есть две большие разницы. В этом контексте и на конференции, и не только на конференции, естественно, что украинские вооруженные силы имеют все права абсолютно, чтобы наносить, я бы сказал, мощные удары, такие удары, чтобы освободить, значит, эту территорию от оккупантов. Так что в этом контексте нет ничего, так сказать, я бы сказал, удивительного. И то, что говорит товарищ Шойгу, то это, естественно, абсолютно, так сказать, это является, так сказать, бредью, так сказать, сивой кобылы. Я думаю, что как раз в свое время тогдашний министр обороны Иванов обратился к нашему грузинскому министру обороны, который не владел, так сказать, русским языком, и назвал вот такие вот наши высказывания в свое время вот этим фразой. Я вот как раз возвращаю им же вот эту монету в таком виде. Вахтанге, я не знаю, чи ви бачили сьогодні ті відео, які були продемонстровані у мережах з зруйнованим вже Чонгарським мостом. Так от цей гауляйтер Херсонщини Сальдо, він, зокрема, сказав про те, що, ну, так ми можемо вдарити по мостам через Дунай. Фактично, ну, так передаючи привіт десь Молдові. Вже їхнє міністерство молдовське відреагувало, Республіка Молдова відреагувало на цю історію. Як вам видається, це раптова така заява, чи це може бути, ну, такий привіт Молдові, зокрема через ліквідацію їхньої проросійської партії ШОР? Ми знаємо, що вони всередині себе нарешті вирішили це питання, тому що, ну, ця проросійська партія була на політичній арені там дуже багато років і фактично була цією п'ятою колоною в Республіці Молдова. Варто пов'язувати ці речі? Вас як в політолога питаю. Ну, конечно, вообще-то это все в одной привязке. То, что как раз сейчас некий, так сказать, обсекауляйтер Сальдо уже, так сказать, сказал от имени Кремля и пригрозил Республике Молдова, это факт. Я думаю, что от нынешней России можно, так сказать, ожидать любых действий, так сказать. Они как раз сейчас в больших смятениях, и им нужен как-то, я бы сказал, маленькая победоносная война. То есть это будет либо Республика Молдова или Грузия, им абсолютно без разницы. То есть то, что они проигрывают военную кампанию в Украине, это факт. И сейчас как раз на примере Молдовы, если они как раз начнут боевые действия против Республики Молдова, сейчас я просто не понимаю, как они смогут задействовать свои, как называемые, вооруженные силы, которые еле справляются или вообще, так сказать, не справляются вооруженными силами Украины, потому что все аэромобильные или десантные войска уже перебиты вооруженными силами Украины. То есть на что сейчас все абсолютно части морской пехоты, в том числе черноморские морские пехотинцы, абсолютно вовлечены в боевые действия в оккупированной зоне Украины. То есть чем-то, сказать, подразумевает перебросить на российские вооруженные силы свои аэромобильные части, вот это вот большой для меня секрет. То есть если они ударят по Республике Молдова из дальней, так сказать, дальней системы авиации, в том числе артиллерийских систем, залпового орудия, то это, естественно, будет еще одно нарушение международного права, и как раз Путин еще во второй раз пойдет в Гаагский трибунал. Потому что это уже будет объявление войны Республики Молдова. Но дело вот курьез в том, что как дальше российские войска собираются воевать против Молдовы, вот это вот и для меня очень интересный факт. Ну, то, что, так сказать, Сальдо... Ну, це очевидна провокація, так. Те, що це така очевидна провокація, прощупати реакцію, подивитися на реакцію. І, ну, зрозуміло, що це, очевидно, не просто так було ним сказано, хоча там багато розуму і немає в тій голові. Ну, в Центральній Азії є хороша поговорка. Собака лає, караван йде. Так. Я, пане Вахтанг, хочу ще запитати загалом вас про те, як змінюються наративи російської пропаганди. От зараз у них почала поширюватися теза про те, що їхні війська поступово виконують всі поставлені цілі їхньої умовної спецоперації, умовної СВО. Виглядає, чесно кажучи, воно так, що вони поступово готують населення до того, аби сказати, ну, що, ми все виконали, Україна демілітаризована, фактично ті регіони, про які ми вписали там свою Конституцію, вони вільні від нацистів, так, як вони там кажуть, все знищено, ми перемогли. Чи ви тут бачите щось інше політтехнологічне? Чому змінюються оці наративи від Києву за 3 дні до того, що, ну, може, вже ми, власне, треба закінчувати? Ну, есть такой геополитический курьез, можно сказать. Ну, это война, это, естественно, не связано с этим курьезом, но в этом контексте есть Россия вообще большой курьез, если можно сказать, с исторической точки зрения и нынешней, если посмотреть. Да? Во-первых, в чем заключается геополитический курьез? В том, что, так сказать, до начала войны Россия контролировала больше территории Украины, им прямо можно сказать, чем во время и начала военных действий. То есть, когда Россия начала, так сказать, присоединять территории Херсона и, так сказать, Запорожья и так далее, и Донбасса, да, то есть сейчас на данном этапе они фактически уже не владеют даже реально территорией Запорожья, территорией Херсона. То есть сейчас им как-то надо оправдываться. То есть они уже, по-моему, 3-й раз проводят так называемый референдум. Вот в тех же оккупированных территориях. Это уже большой политический проигрыш, потому что они уже 3-й раз проводят референдум. Я не знаю, вот рано провели 1 раз, провели 2-й раз. Еще 3-й раз проводить референдум, я просто не понимаю. А что там еще проводить? Особенно на тех территориях, на которых абсолютно, так сказать, уже... влияние Росії вже уменшилось. Вони вже не просто референдум там хочуть провести, вони хочуть там провести вибори. Да, ну выборы, референдум, еще 3-й раз еще хотят референдум провести, еще, ну, выборы еще до этого еще не проводили, так называемые выборы, что они там получили, это отдельный вопрос. То есть сейчас в том, что Россия проиграла или проигрывает информационно-психологическую фазу войны, это мы должны уже, так сказать, согласиться. 7-0 против пользы Украины, это факт. Я думаю, что сейчас Кремль вот такими нарративами хочет как-то успокоить самого себя, во-первых. И во-вторых, как говорится, успокоить свое то население, которое еще поддерживает этот кремлевский режим. У меня вот такое впечатление остается. Это только внутреннее потребление. Угу. Ну, але в них є Пригожин, пане Вахтанг, який не дає населенню заспокоїтись, який кричить, що все не по плану. Больше говорит правду, этим какой-то мешает пропагандистам из Кремля. Вот я думаю, что вот мы должны, так сказать, я бы зауважать Пригожина, потому что он говорит правду. И этой правдой, как говорится, бьет еще сильно по рейтингу Кремля. Зрозуміло, що він переслідує свої політичні там перспективи, амбіції, це зрозуміло. Давайте лучше таких с врагами, так сказать, дружить, в скобках, естественно. Так. Я вам дуже дякую за розмову. Спасибі, що ви доєднуєтесь. Вахтанг Маісая, експерт Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД з Грузії, був з нами на зв'язку. Дякую.